Россияне не понаслышке знают о змеях, ведь еще со школьной скамьи каждому известно. Их следует остерегаться. На территории Татарстана обитают преимущественно 4 вида змей. Обыкновенная медянка, обыкновенный уж, обыкновенная гадюка и степная гадюка. Первые два вида не ядовиты и особой опасности для населения не несут. А вот оба вида гадюк представляют угрозу, поскольку обладают ядовитым секретом, который при укусе вводится в организм человека и вызывает самые разнообразные негативные эффекты. Встретить их можно не только в лесу, вдоль рек и на опушках, но и на дачных участках и в городских парках. В Татарстане обыкновенных ужей чаще всего можно наблюдать на берегах водоемов. Например, у реки Казанки и в окрестностях озера Кабан. Если говорить о встречах с ядовитыми змеями, то ближайшие участки, где можно встретить этих змей, это Зеленодольский район. Там имеются популяции гадюк. Пестричинский район, Лаишевский район. То есть те места, где имеются подходящие биотопы и где имеются очаги распространения этих змей. Самая лучшая защита от змеи – это внимательность и осторожность. Если вы видите змею, ни в коем случае ее не трогайте. Самым лучшим вариантом будет просто пройти мимо. Эти пресмыкающиеся отличаются тем, что никогда не нападают на человека с целью съесть его или укусить. По словам экспертов, все те зафиксированные случаи укусов гадюк обусловлены небрежным отношением. Когда человек может наступить или просто нагло схватить змею? Тем не менее, несмотря на их неагрессивность, специалисты все же советуют приобрести особую одежду и обувь, которая будет препятствовать нежелательному укусу. В большинстве своем это крепкие ботинки с высоким голенищем и плотные широкие брюки, которые позволят обезопасить человека от броска змеи. При укусе гадюк рекомендуется больному наложить давящую повязку. Ни в коем случае не какой-то давящий жгут, а именно давящую повязку на пораженную конечность. Ее необходимо иммобилизовать, то есть чтобы конечность была зафиксирована в неподвижном состоянии. Ранку желательно промыть, протереть каким-то спиртосодержащим раствором для обеззараживания. При этом марганцовка не рекомендуется. Рекомендовано обильное питье. Больного необходимо перенести в тень. И, соответственно, можно принять какие-то антигистаминные препараты. Но простейший случай – это супрастин. Исходя из вышеописанных правил – обильное питье, неподвижность, прием противоаллергических средств и накладывание повязки – это все, что нужно, чтобы оказать пострадавшему первую помощь. Затем его следует доставить в медучреждение, где ему введут специальную сыворотку и проконсультируют насчет дальнейшего лечения. Карина Саяхова, Универньюз.